Приветствую вас. Я должен в первую очередь согласиться с коллегой Кудряшовым Игорем Леонидовичем в том, что психологи решают личностные проблемы людей, которые к нам обращаются. Мы не можем вот анализировать то, что другие люди пишут, третьи лица пишут и так далее. Вот. Кроме того, ну, есть какая-то профессиональная этика, и вот в данном случае личную переписку вы публикуете, это, конечно, ваше дело и право, но, повторюсь, у психологов есть правила этики, и в данном случае правила этики несколько не позволяют нам делать то, что вы делаете, по крайней мере, вот в таком формате, в публичном формате, то есть, как бы, ну, где-то будет доступно всем, да? Потому что здесь затрагиваются права третьих лиц. Вот, и я, поскольку по первому образованию юрист, да, то я могу сказать, что в теории, если человек узнает о том, что вы вот так вот публикуете личную переписку, то он может подать на вас в суд за нарушение, как бы, конституционного права на тайную переписку. Вот. Это будет не очень приятно, поэтому вы осторожны. А следующий момент. Значит, если бы спросили меня, да, а вы, как это не парадоксально, спрашиваете у меня, вот, ну, это не только, но в том числе, если бы спросили у меня, я бы сказал, что у вас есть какое-то что-то незавершенное с этим человеком, которого вы не видели 20 лет. И я бы предположил, что вас его такая активность взволновала, всколыхнула и, возможно, вызвала какие-то чувства. И вы не знаете, что с этими чувствами делать, потому что у вас уже, там, ну, грубо говоря, своя жизнь, да, у вас уже, там, грубо говоря, там, быть какой-то вот быть, вот. А тут этот человек, как бы, и, в общем-то, что с этим делать, вы не особо понимаете, что. Вот, потому что, ну, в противном случае, если бы это было не так, да, то в принципе, ну, все, ну, в таком случае, вам было бы куда проще, да, вот, куда легче с этой ситуацией разобраться. То есть, словно говоря, вам было бы куда проще и легче для себя вот как-то этот момент увидеть. Вот. А так получается, что вам это кажется странным, вы хотите понять, что он хочет от вас. Если человек хочет понять, что от него хочет другой человек, значит, у него это вызывает какие-то чувства. Вот, если вы хотите понять, что он от вас хочет, то это, соответственно, связано с вашей потребностной сферой, с вашими желаниями, которые, в свою очередь, возникают из, ну, из, условно говоря, там, чувства, там, скажем, какой-то вот неудовлетворенности, да? То есть вот вам чего-то там словно с мужем не хватает, да? Ну, грубо говоря. И соответственно, вам не хватает что-то, ну, чего-то вот с мужем, и вы, значит, реагируете на это вот таким вот образом. Причем не обязательно, что вы не удовлетворены, да, может быть, вы и удовлетворены, а всем вот, не, ну, что-то незавершенное, как бы, осталось, да, что-то, именно вот что-то незавершенное такое осталось, и, соответственно,
это незавершенное, оно продолжает вас, там, условно говоря, мучить, да, вот что-то незавершенное, продолжает вас беспокоить. Вот. Соответственно, очень важно, чтобы вы обратили внимание именно на это, а не на то, чтобы понять другого человека и понять, что он от вас хочет. Вне зависимости от того, что человек от вас хочет, вне зависимости от того, что человек от вас хочет, вам нужно придерживаться своей позиции, да, и при четком понимании себя, при четком понимании того, что вам, ну, нужно, да, того, чего вы хотите, в общем-то, проблем не будет с тем, что он от вас хочет, ну, потому что, что бы он от вас не хотел, вы можете, ну, довольно легко, как бы, на это отреагировать, а вы не можете. Вы чего-то опасаетесь, вас что-то тревожит, будоражит и так далее, да, вот. Если же говорить про вашего бывшего одноклассника, то я бы сказал, что в его жизни что-то произошло, какой-то кризис произошел в его жизни, и, на мой взгляд, человек сейчас пытается что-то доказать себе. На этом все. Я надеюсь, что я помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и буду надеяться на обратную связь.